Всем привет! К своим 36 годам Юлия Барановская преуспела в карьере. Она много лет ведет программу на Первом канале. Также теледива родила двоих сыновей и дочку. Сейчас старшему наследнику Юлии Артему 15 лет, средней дочке Яне 13, а младшему сыну Арсению 9. Телеведущая не скрывает, что грустит из-за того, как быстро выросли ее дети. Особенно Юлию удручает, что из-за работы она не могла проводить рядом с ними так много времени, как хотела бы. Я недавно ночью лежала и плакала. Именно потому, что проснулась, посмотрела на них и поняла, какие они взрослые. Потом полезла смотреть архивные фотки. И вдруг осознала, что из-за работы пропустила много детских моментов, например, чьи-то выступления или важный матч, рассказала телеведущая. Барановская подчеркнула, что не корит себя за это, и призналась, что очень хочет снова забеременеть. У меня нет сожалений о прошлом. И слезы жалости к себе – это лишнее. Возможно, у меня такая установка связана и с тем, что я очень хочу еще ребенка, а может и двоих. Думаю об этом каждый раз, когда вижу малышей, рассказала теледива. Напомним, что Барановская родила детей в гражданском браке с Андреем Аршавиным. Когда телеведущая вынашивала младшего сына, он ушел от нее к любовнице Алисе Казьминой. В новых отношениях у футболиста появилась дочь Есения. На днях Юлия призналась, что ее наследники до сих пор не знакомы с сестрой. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!